История моя простая. Меня, значит, ошарашила моя жена. Она долго не говорила, куда она вступила, в какую секту. Месяц она мне ничего не говорила, но потом призналась, я был в ужасе. Я говорю, ты истратила столько денег. Зачем? Почему? Мне надо было сказать, потому что я как раз изучаю этот вопрос. Понимаете, мы пасторы, мы служители, мы верующие. Я как бы с опаской все время относился к сетевому маркетингу. Я был 128 килограммов весом, и в течение 3 месяцев я похудел до 72 килограммов. Гормоны шли, еду я не ел. Я говорю, я изучил этот весь вопрос. Какие конфетки? Какие, что это может вообще дать? Какие витамины? Как может сахар исцелить от сахарного диабета? У меня сахарный диабет 20 лет. Был. И вот сейчас я расскажу, почему. Значит, ну я немножко успокоился, порылся в интернете, нашел кучу негатива. Есть, конечно, такие люди, которые всегда высказывают свои мнения. И делали выводы, что это лохотрон, что это опять очередное надувательство и прочее. И я был расстроен немножко, и она говорит, мои друзья приглашают меня на Новый год, поедешь? Я говорю, поеду. Поеду, познакомлюсь с этими людьми. Познакомлюсь, погляжу им в глаза и спрошу, что это такое и почему. Вот, оказалась нормальная компания, веселые люди, никакой лжи я не увидел в их, никакого, как это правильно сказать, что-то они хотели от меня поиметь, ничего этого не увидел, совершенно. И на следующий день, Новый год мы справили, повеселились, и Лолита подходит ко мне и говорит, я слышал, у тебя сахарный диабет. Я говорю, да, больше 20 лет. Она говорит, вот у нас есть конфетки. И уже как бы понимаю, как конфеты могут помочь сахарному диабету. Ну, хорошо, я возьму. И она угостила 6 штучек. Мне дала. Сам я думал, как бы мне вот теперь вот на этом основании-то, потому что я замеряю сахар в крови, все, как бы мне вот сейчас вот их как бы поймать. Вот. И был такой прям... Настроенный доказать, что это все обман, что это все фикция, конфеты не могут исцелять от сахарного диабета. Ну, начал я брать эти конфеты, начал замерять сахар и удивился. Сахар начинал медленно снижаться и приходить в норму. Я, значит, ну 6 конфеток мало было, 3 раза в день питался, 2 дня буквально попробовала, я говорю, Оля, у тебя есть еще, ты много там зашла, там много. Она говорит, да, я тебе, для тебя как раз приобрела норм. И я начал употреблять этот норм. И что, вот 21 день я употреблял, и что я к чему пришел? Что действительно сахар нормализуется. Ну, естественно, надо, конечно, обращать внимание, если бы я, например, вот ел вот все, что вот у нас на столе здесь стоит, да, вот эти вот сладости, конфеты, все, сахар бы не упал. Понимаете, да? Но тот, кто знаком с сахарным диабетом, он понимает, что сахар поднимается вообще из воздуха. Ты если что-то ешь, все равно сахар поднимается. 21 день сахар нормализовался. Когда я встал на весы, я похудел на 8 килограмм за 21 день. Это тоже относится к сахарному диабету. Угу. Похудение, вес и все. И тут я просто почувствовал, что мы на правильном пути. Я был очень благодарен своей жене, что она... как бы привела меня в эту компанию. Я сразу разработал систему, которой пользуюсь сейчас. Очень многие люди пользуются ей, теряют вес, худеют. Да, я употребляю всего, вот я советую, даю вот на этот курс 5 наших конфеток в течение дня. И для верующих, для христиан, я хочу сказать, например, пост 7 дней вообще на одной воде и на 5 конфетках. 7 дней. Ничего не ел, только 5 конфеток я пил воду. И не чувствовал ничего, ни голода, никакого раздражения совершенно. Потому что той глюкозы, которая содержится в одной нашем дропсике, 1,5 грамма, и то из них 0,5 грамма сахарозы, остальное все фруктоза. Этого достаточно, чтобы не поднять сахар, но дать энергию в кровь. И чтобы сахар не поднимался, и чтобы он не падал. Самое-то главное... у тех, кто страдает диабетом, почему они не могут, почему они едят, потому что когда нету сахара в крови, он падает, когда выходит очень много инсулина, он падает, и тогда голод, чувство голода, мозг дает команду,
что надо что-то есть срочно, это уже от человека не зависит, это уже на ментальном уровне работает, он начинает есть все подряд. Одну дропс под язык в 10, в 12, в 2, в 4, в 6. Вот такой график, такая схема простая. И вообще можно ничего не есть. Но я имею в виду там вот неделя, например, да? Потому что питание там нам нужно для роста нашего организма и все. Вот, слава Богу, зажжен. Слава Богу, что Господь нам всем дал вторую половину жен. И мы должны прислушиваться, мужчины должны прислушаться к своим женам. Они плохого не пожелают.